Встреча прошлого с будущим. Юные суворовцы сегодня устроили праздник для ветеранов Великой Отечественной. Воины-освободители услышали песни 40-х годов и вновь побывали на поле боя. Курсанты разыграли историю сына полка, 11-летнего Владимира Тарновского. После гибели отряда мальчик в одиночку взял вражеского языка. Ты зачем на нашу землю пришел? Она наша! Наша! Вспомнить былое собрались 200 ветеранов со всей области. Среди гостей – дети войны, чьи родные погибли в те годы, и сами бойцы. Самый старший готовится отметить столетний юбилей. К сожалению, организаторов, всех желающих привезти в Екатеринбург, они не смогли. Некоторым не позволило здоровье и врачи. Но те, кто попал на праздник, растрогались до глубины души. После концерта за чашкой чая очевидцы тех страшных событий рассказали молодежи о военном прошлом и дали советы на будущее. В частности, поделились секретами долголетия. Так, 95-летний Андрей Петрович всю жизнь занимается спортом, чего и суворовцам желает. Посоветовал бы, во-первых, заботиться о здоровье, больше заниматься физическим трудом, зарядкой и так дальше, подобное. И не бояться жизни. В жизни надо чего добиваться.